Давай, давай, иди сюда. Оказался не там, где нужно, не в тот момент. Ты не обижайся. Я против тебя ничего не имею. Да, конечно, вчера ночью я трахнул твою жену. Да? А как ты знал, что она моя жена? Она сказала, что у нее муж такой большой мудила, похожий на сутенера. Слушай, ты сейчас пулю получишь, а ты еще шутишь. Да, при том, как я трахнул твою жену, я готов и две получить. Ну так куда тебя? В грудь? Или в голову. То же самое говорила твоя жена. Кончай это дерьмо насчет моей жены, а? Прости, она очень жирная. Да пошел ты, а? Она очень жирная. Она такая жирная, что мне пришлось ее вымазать в муке, чтобы найти мокрое место. Хочешь ее трахнуть, ее нужно лопнуть по бедру, и она колышется, колышется. Я не говорю, что она жирная, просто ее фотографии школьные. Ее снимали с самолета, небось. Ты негодяй. И еще какой.